Всем привет, ребятки! Мы играем в игру Zombie Road Trip. Попробуем, посмотрим, что за игрушка. Так, у нас получается есть автомобильчик, и который умеет стрелять. И нам надо от такой вот большой волны зомби уезжать. Аккуратно. Ну, здесь можно еще так вот переворачиваться, и нам дает небольшое ускорение. Так, и нам нужно вот этих зомбаков убивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас догонят меня, догонят вот эти зомбарики. Ё-моё. Так, давай-давай. О, есть небольшое ускорение. Это что получается? Так, давай-давай-давай, быстрее. Зомбари хотят меня споймать. Так, X2 Coins. Так, мы куда-то отправились. Ух ты, ребята, новая локация. Это интересно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, убивай этого зомбаря. А что за птичка летает? Так, а это что за челдобреки? Так, я хочу птичку поймать. Так, можно сделать кувырок. Так, о, ускорение нам дают. За каждый кувырок дают ускорение. Так, мы должны стрелять. Постоянно стрелять. О, нет! А, взорвались, ё-моё. Так, а что это у нас? Споймали. Нас поймали, но мы заработали кучу денег. Ух ты, мы какие-то еще задания, ребятушки, выполняем. За которые нам тоже дают денежки. А давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Автомобиль. Это что такое за... это такие автомобильчики. Ага, можно мамонта купить. А давайте попробуем такую машинку купить. Есть. Мы приобрели какую-то машинку. Так, Верпорос. Тут можно еще и автоматы покупать. Ё-моё, как интересно, ребята. А гаджеты тоже какие-то. Так, давай вот этот гаджет выберем. Ретро-мьюзик. Так, хорошо. Шоп, магазин. Это все покупается, видимо, за реальные деньги, да? Да, ребята, это за реальные деньги. Хорошо. Магазин не будем трогать. Давайте поедем на новом автомобильчике. Так, это что такое? У нас денег не хватает все равно. Ого, какой у нас зеленый автомобиль. Прикольный. Так, давайте едем. Так, вот у нас привязано пистолетик такой. В машинке. Но он не особо эффективен, конечно, против вот этих зомбарей. Но ногу мы отстрелили какому-то зомбарю. Так, перекувырток. Перекувырток. Не, переворачиваемся, просто прыгаем. И дадут нам ускорение небольшое. Так, все-таки мне пушку какую-то надо купить, потому что эта пушка не особо мощная. На, получай. Ё-моё, зомбари несутся. Очень много зомбарей. Как же мне от вас убежать-то, а? О, да, есть небольшое ускорение. Мы с вами, ребята, отправились куда-то на ледник. В ледник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зомбари. Вот этого надо еще стрельнуть. Хопа. Так, птичку, я хочу попасть в птичку. Надо. О, есть, убили птичку. А что там птичка там дала? Я что-то не понял. Так, давайте, ну, ускорение мне дадут или нет? Так, 2000 километров мы с вами, ребятушки, проехали. А, вон получается, шкала. Сверху, да, я так понял, или нет? Где у нас карта? Сейчас посмотрим. Ого, сколько много я кувырков сделал. Так, здесь, конечно, можно было кувырок сделать, но я это решил это сам подстраховаться. Так, вот, третья база. Ребята, мы на третьей базе. Так, и, короче, каждый раз, когда мы на новую базу приходим, зомбари, получается, у нас убегает. Ого! Ого! Супер ускорение какое! О, это что за огромный такой чувак был? Да! Конечно, наш пистончик особо тут не влияет на этих зомбариков. О, давай, уничтожаем. Так, те бегут за нами зомбари. Ё-моё, давай, еще машинка, пожалуйста. Давай, небольшое ускорение сейчас сделаем. Хорошо. Здесь тоже сейчас перевернемся. Ой, хорошо. Много раз переворачивались. Едем. Давайте здесь кувырок сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Слишком много я крутился. И меня они зажали и скушали. Так, что-то мы, ребятушки, какие-то сделали новые. Давайте попробуем. Покрутим спиннер. Ага. Посмотрим. Может, что-нибудь откроем. 500 мозгов. Монеты у них, ребятушки, мозги. Левел 1 мы улучшили.
А, здесь давайте купим автомат. Ух ты! Вот, давайте вот такой возьмем. Купим. Хорошо. Автоматик у нас теперь будет автомат. Уровень у нас поднялся. А машинки мы можем, в принципе, какую-нибудь машинку купить, якобы. Мамонта. Ну давайте приобретем, почему бы и нет. На мамонте поедем. Офигеть. Прикол, прикол, прикол. Все, поехали быстрей. Мамонт, автомобиль мамонт. Офигеть, а че он такой медленный? Давай быстрей. Ух ты. Автомат какой прикольный. Так, успеем перевернуться? Есть. Есть, перевернулись и немножечко мы дали вверх вперед. На мамонте будем ехать, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас. А как машинку прокачивать? Только можно автоматами прокачивать или как? Я не понял. Нифига, он еще, смотри, такой становится кровавый у нас. Мамонт. Круто. Давай-давай, стреляй. Так, второй уровень. Второй уровень, ребятушки. Проехали. Ох, ну и мамонт какой прикольный, а. Офигеть. Так, давайте сделаем кувырок. Одного хватит. А здесь я сделаю два кувырка. О, получилось два кувырка сделать. Кувырочек. Ну, может быть, даже не кувырок, а такой этот... как называется? Ох-ох-ох-ох-ох, смотри. Нифига я тут наделаю сейчас кувырков. О, да, прикол. Можно, короче, так кувыркаться. Опа, третья база у нас, ребята. Ага, на третьей базе мы уже, нифига себе. Но это все благодаря, ребята, автомату. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Давайте попробуем. Опа, все, встаем на лыжи. Еще раз кувырочек сделаем. Опа, хорошо, хорошо, едем. Так, зомбарики сзади, да? Вижу, 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 начинают зомбари бежать. Да ё-моё, в смысле? В смысле вы так, что-то это самое? Подождите, подождите, я хочу от вас убежать. О! Нормально, нормально, сейчас это, сделаем кувырочек. Так, два или три? Три сделали мы таких сальто. Ой-ой-ой, хорошо, успели встать на ножки. На колесики, то есть на какие ножки? Ну, у нас же этот, в принципе, как его, мамонт, у него ноги. Интересно, конечно, они придумали разработчики мамонта поставить сюда. Так, дубль убийства. Ух ты, четвертая база, нифига себе, я на четвертой базе уже. Это что у нас четвертая база здесь? Какой-то, как, лава какая-то. Лава, ребята, лава. Опа, отлично, отлично, давайте я сейчас буду делать сальто. О! Так, постреляли. Вот я думаю, кучу денег я заработаю. Нормально-таки. Хорошо, хорошо. Ой-ой-ой-ой, нет, взорвался. Давай-давай-давай-давай, едем. А-а-а! Споймали нас, зомбарики. Куча денег мы заработали. Давайте. Давайте крутанем спиннер, посмотрим, что мы заработаем сейчас. Ой, нет, мало так, 50. 50 монеток. Ладно. Давайте посмотрим, какой еще есть у нас автомобильчик. Ой, какое тут все дорогое. Так, а такое вот за 700 рублей у них. О, я хочу свинью. Я хочу свинью, но мне не хватает денег. Ладно, поехали на таком багги. А, можно апгрейд сделать? В смысле? Так, багги аут. Так, а что мы, какой апгрейд? И этому можно апгрейд сделать. Так, не хватает денег. Вот апгрейд. Ух ты! Давайте я его выберу, поеду. Офигенный апгрейд. Смотрите, у него шипы появились. А, я не знал, что так можно было делать. Ладно, едем. Так, у нас тут автомат. Тихо. Так, надо от зомбарей от этих убежать. Опля, кувырок. Отлично. Еще один кувырок. Хорошо. Так, надо вот... А еще раз сделаю. А, слишком много кувырков сделал. Нет, разбился. А, нет, еду. Давай. Ребята, интересно... Да, смотри. Я от них уезжаю. Хоть я и разбился. Отлично. Давай, еще чуть-чуть осталось. Так, вторая база. Все, хорошо. Они отъехали. Отъехали, злодеи. Теперь мы можем делать кувырки. Опа, все, нормально, на лыжи встали.
Еще делаем кувырочек. О, нет, взорвался. Ой, хорошо восстановился. А сколько у нас таких восстановлений может быть за игру? Оно, в принципе, лимитировано или нет? Это интересно. Так, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На, сейчас на лыжи встану. Опять взорвался. Да, и они меня сожрали, эти вот зомби. Ребята, классная игрушка. Если нравится, то, пожалуйста, поставь лайк, будем в нее играть. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И пиши комментарий, передавай привет. Всем пока-пока.